друзья, это просто красота. Вообще фантастика. Зимний лес, выпал снежок. Хрустит. Под ногами морозец. Солнышко. Просто прелесть. Всем привет, друзья! Ну что, мы в таком красивейшем, просто красивейшем зимнем лесу. 30 января. Я вышел на прогулку. Взял сегодня большую катушку Mars Discovery. Потому что у нас снег. Сантиметров 5-10 местами снега. Вы видели эти кадры, как я добирался до этого места. Шикарная машина. X-Trail довез. Без проблем. Ну все, проверяем фотоловушки, копаем. Возможно, что-нибудь и пообедаем. Взял с собой газовую горелку. Ну что, смотрим. Вот фотоловушка. Но у нее, по-моему, сели батарейки. Она уже не передавала данные. Хотя нет, что-то еще есть. Так, друзья, ну что, есть на этой фотоловушке, попались и косули, еще какое-то животное, но так как она разрядилась, то только фото. Сейчас посмотрим. Все, перезарядил батарейки новые, флешку ставим обратно. Сигнальчик первый хороший. Забыл сегодня крепление на голову, так что будем снимать с рук. 79-80. Я знаю, что это. Это у нас будет медный поясок. 95%. Тут я, конечно, и медь царскую находил, но думаю, что это нам так не повезет. Смотрим. О. Ну да, вот он, медный поясок от снаряда. Кто не знает, в предыдущих видео я рассказывал. Чистая медь. Берем. Вот такая красота в лесу. Вот там мы выкопали поясок. Ну сколько я здесь прошел? 5 метров. И еще одна попытка дед Хабар дает нам. Также 78-79. Ну, давайте копанем. Хотя результат, опять же, в принципе, известен. Во. Все сверху. Так, что такое? Одной рукой неудобно. Ага. О, второй. Берем. Так, друзья, третья фотоловушка на месте. Смотрите, как она засыпана. Оп. Так, снимаем и смотрим. Полный заряд, 127 кадров. Сейчас посмотрим, что тут. Друзья, шикарные кадры. Косули приходили прямо перед фотоловушкой. До этого, конечно, были и вороны много, и собаки даже приходили. Ёлки-палки, косули, как позируют. Шикарно вот здесь вот ходили. Лиса была. Но сейчас косули днем. Круто. Следов на свежем снегу вообще нету. Но 20,
9-го. Это буквально, это вчера, до выпадения снега здесь ходил самец. Смотрите, какой красавец. Самец косули. Просто фантастика. Первый раз удалось заснять так близко и четко. Друзья, я рад. Неимоверно. Кому нравятся кадры с фотоловушек в моих видео, пишите в комментариях, оставлять или нет. Потому что некоторые пишут, зачем мы коп пришли смотреть. Но это же круто, друзья. Это адреналин. Лично для меня, да. Ладно, перезаряжаем. И идем искать. Все фотоловушки проверим. Друзья, я хоть и немножко болею. Горло насморк. Но сегодня воскресенье, чуть лучше стало. И я, не раздумывая, пошел в лес. Ни грамма не жалею. Вот эта красота, это просто фантастика. Так, ну просто отдыхает душа от этой всей суеты жизненной. Ходишь, ни о чем не думаешь. Ходить приятно, снега немного. Тепло, без перчаток хожу. Класс. Кто понимает мои чувства и разделяет мой восторг от зимнего леса, пишите в комментариях, посмотрим, сколько нас. Я думаю, это намного лучше, чем сидеть дома, втыкать компьютер. Ладно, ищем. Кажись, повезло. Был такой сигнальчик 46 ВДА, и так он и есть. И я думал, опять пробка, но нет. Во. А это пуговица, ёлки-палки. Это царская пуговица, я ее чуть-чуть цепанул. Вот так по ушку. Но ничего. Так, отобьем. Бух. Царская. А здесь не видно. Давайте снежочком. Хорошо, есть снег. Сейчас мы его растопим. Потому что мороза-то нету, но около нуля держится. Я думал, советик, но это лучше, конечно. Это орлянка. Я здесь находил орляночки раньше. Сейчас сфоткаю и покажу вам ближе. А чё, друзья, за... зачетная находочка. Орляночка. Братья Бух. Берем. Классно. Ну вот первая находочка, уже не зря. Да даже если бы не было находок, то это было бы супер прогулка. Ладно, поищем. Вот здесь рядом дорога. Я находил здесь пол копеечки царские. Здесь, значит, движ был. Ищем. Вон там пуговица в метрах 10. Раз пошел такой движ, то снимем этот сигнальчик. 79. Четкий. Четкий поясок. Скорее всего, опять. Но, как я говорил, здесь уже царизм рядом. Так что сверху. Ну, ничего, ищем. Шансы есть. Ага, не в этот раз. Поясок берем. Снова находочка. Такой небольшой VDI 20-30. Вижу монетка. Блин, это ходячка. Так, выпало желтенькое, думал, 2 копейки. Ладно, ходячка. Только что проехал квадроциклист. Посмотрел на меня и поехал дальше. Не думал он кого-то встретить в лесу, наверное. Ну ладно, ищем дальше. Вот такие вот классные места под горой.
И сигнал 77-78. Попробуем где-то под деревом. Копнем. Эх, неудобно. Еще там. Глубоченько. Эх. Так, интересно. 78 выкопал. Итак. А, все. Поясок. Ищем. Перспективный сигнальчик. 74. Такой. Копеечка медная. Если монета. Или небольшой поясок. Где-то тут. Что-то непонятное. Уже не монета, наверное. Так. Где ты? О! Какое кольцо! Конина? Железное колечко. Возьму. Вот такой рельеф, типа старая дорога. Не знаю. Я по ней иду. И у меня очень глубокий медный сигнал. Это хороший знак. Это очень хорошо. Большой катушкой еле достаю. Либо это что-то маленькое сверху, либо крупное на глубине. Давайте будем смотреть. Ох, как оно хорошо бьет. Это крупное на глубине. Адреналин, друзья. Может, это тот единственный сигнальчик за целый день. Ох, там корни. Лопатой бы не коснуть. Ну, где ты, кругляшок? Вот это да. А что там? Есть глубина на весь пин. Нащупал стеночки. Сейчас мы его выкопаем в сторону сюда. Опа. Смотрим. А, ямки. Ёлки-палки. Какой ты большой. И чё ты так глубоко? Ах ты ж. Друзья. Ну, адреналина хапанул, да и ладно. Ищем. Сигнал был, и вот такая вот сначала плямба латунная, а потом еще прозвонил. Внутри полая зажатая трубка. Не знаю. Что-то из одной части, а что оно такое? Берем цветмет. Вот такая вот поляна. Здесь тоже фотоловушку неплохо бы поставить. Животные здесь должны ходить. Класс. Погодка просто огонь.
брожу по лесу, сигналов минимум, и натыкаюсь на вот такую вот постройку. Чья-то лежаночка, кто-то тут ночевал, выживал. Так вот, дрова заготовлены. Чья лежанка, признавайтесь. А мы гуляем. Ладно, идем дальше. Следы, друзья, и вот греблась косуля. Это уже сегодня вот свежие следы. Пошла в ту сторону. Вот так вот. Живности есть. Это первые следы. Сегодня нашел. Фу, друзья, тяжело. Поднялся в гору. Сигнальчик. Семьдесят 80. Недалеко от дороги. Смотрим. Что-то уже выкинул. Но я не наблюдаю здесь ничего круглого. Да. Где-то тут что-то. Поясок. Очередной забираем. Так, друзья, я уже около машины. Сейчас мы с вами будем обедать. Вот такая вот вкусняшка. Домашняя колбаска на природе. Просто замечательно. Друзья, пока будем кушать вот эту вкуснятину, кипячу воду на кофе. Вот так закипело.